Друзья мои, мы предлагаем по этой цене целый комплект. Не одну кастрюлю с крышкой, а целых две. И кастрюля, и ковш. Друзья мои, цена одинакова на весь комплект. 2,5 литра кастрюля и ковш объемом 1,8. Самое главное преимущество этой посуды, то что это полный комплект, значит вам не придется абсолютно ничего докупать. Здорово, сразу 2 кастрюли. Услышьте, пожалуйста, 2 кастрюли, причем высококачественные. Сегодня со скидками максимальными вы можете уже начинать приобретать готовые решения и подарки для ваших близких. Вот, Олег, сразу хочу спросить, ты перец вот сейчас достаешь, да? Он у тебя не развалился. Так. У меня часто разваливается. В чем дело? Что не так делаешь? Рассказываю. Дело все в том, что самое главное преимущество. Они, наши кастрюли и ковш, установлено здесь 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно с эффектом термораспределения. Это уникальная технология, которая была сделана только для профессиональных поваров. Да-да-да, друзья мои, вот это великолепное дно, о котором мы сейчас будем рассказывать. Но сначала давайте посмотрим, какое эстетическое удовольствие вы получите. Слушай, они такие красивые, хорошенькие. Я не знаю, как для вас, для меня очень важно, чтобы кастрюли были красивыми. И сразу комплект сегодня для вас. Выгода потрясающая, минимум 2000 рублей вы экономите по сравнению с ценами в магазине. Но главное, вы приобретаете новое, доступное качество для вас и для ваших близких. Кстати, Олег, у меня вот такая идея. Берем и 2 кастрюли и дарим вот так порознь одному одну кастрюльку, второму вторую. Слушай, хорошая идея. Набор для быстрого приготовления. Вот оно, 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно с функцией термораспределения. Это уникальная разработка, которая была сделана для профессиональных поваров. А теперь пойдемте посмотрим. Мы приготовили, например, данные макароны. Как вы обычно готовите? Вы их готовите, у вас все прекрасно получается, но при этом бывает такая ситуация, что потом бывает очень тяжело отмыть ковш. Но не в данном случае, друзья мои. Вы выкладываете, и наш ковш остается абсолютно чистым. При этом макароны абсолютно не пригорели. Это идеальное качество. Кстати, остается, например, посыпать вот так вот сыром и подать нашим перцам. Здорово, скоро Новый год. Вы подготовили подарки. Олечка, следующее преимущество. То, что наш набор посуды полностью сделан из высококачественной нержавеющей стали. Кастрюля, которая входит в этот набор, и ковш, который входит в этот набор, это сталь, которая никогда не окисляется. Например, открываем нашу кастрюлю, и что мы видим? Мы приготовили борщ, мы можем приготовить щи, мы можем приготовить солянку, рассольник. Это очень актуально, например, после Нового года. Слушай, ну моя свекровь тебя бы сейчас отругала и сказала, срочно переливай в эмалированную кастрюлю. Здесь щи, борщи нельзя хранить, они прям сразу закиснут. В эмалированную кастрюлю? У меня сейчас холодный пот, друзья мои, я сейчас расскажу о эмали, некачественной эмали. Смотрите, здесь у нас цвет идеальный, борщ у нас не принял вкус металла, потому что нержавеющая сталь это самый инертный материал, который никогда не окисляет. А теперь, Олечка, возвращаемся, конечно же, к нашей эмали, которая некачественная. Бывает такая ситуация, что, если мы что-то готовим, то... Ну, например, эмаль стирается со временем. Здесь же стираться ничему не нужно, потому что нержавеющая сталь – это полностью медицинский материал. Он самый безопасный. Друзья мои, теперь хочу еще рассказать некоторое преимущество. Нагрев вот этой кастрюли происходит при температуре 1300 градусов. 1300 градусов прямо у 5-слойного термоаккумулирующего капсульного дна. Но посмотрите, что происходит. Я на ваших глазах приподнимаю эту кастрюлю и ручки не обжигаю. Знаете почему? Почему? Потому что только у нашей кастрюли идеальное, внимание, здесь идеальное распределение тепла, но при этом силикон блокирует нагрев. Смотрите, что происходит. Я прямо кастрюлю, которая абсолютно горячая, показываю еще раз. Смотрите, нагрелась при большой температуре. Но ручки при этом у нас остаются полностью холодные, как на кастрюле, так же и на ковше. Здорово. Которая входит также в наш набор из 2 кастрюль. Так, 4 предмета. Здесь же еще и крышки. Кстати, ковш, как правило, вот, Олег, согласись, без крышки предлагается в магазинах. У нас здесь целый набор. Но самое главное, что уникальность этого ковша заключается в том, что здесь клепанные ручки, в отличие от обычной посуды. И в ковше
и в нашей кастрюле, а значит при поднятии тяжелого веса никогда не отвалится. А теперь переходим к ковшу. Смотрите, какая получается у нас томленая каша. Оля, скажи, пожалуйста, что ты знаешь о томленом продукте вообще в целом? Слушай, начнем так. Томить не умею. Так. О, это рис? Это у нас рис с молоком, с клубничкой. Это великолепная каша, которую мы приготовили прямо здесь. И уникальность этого продукта заключается в следующем. То, что вы можете готовить настоящую домашнюю кашу, при этом создавать эффект томления. Только пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно позволяет приготовить идеальное решение. Нержавеющая сталь и полная комплектация. Так, то есть получается рис пустит у меня на зубах, потому что я готовлю в ней качественных посуды. Итак, возвращаемся к нашей посуде. Это ваш набор, который у вас дома. Эта посуда не имеет пятислойного термоаккумулирующего капсульного дна, и толщина этого дна всего лишь 6 мм. Кроме того, эта посуда, которая у вас дома, не подходит для всех видов плит, потому что магнит здесь не прилепляется. Кроме того, здесь неудобные ручки, которые при попадании газа или, допустим, горячей, мы выбрасываем, она не подает. У вас есть эмаль. Эмаль со временем стирается. А теперь пойдемте со мной. Я вам расскажу, в чем преимущество нашей посуды. У нас самое главное то, что это полный комплект. Что входит в набор? Вы получаете ковш объемом 1,8 литра и кастрюльку объемом 2,5 литра. Наша посуда имеет пятислойный термоаккумулирующее капсульное дно со специальным распределением тепла. Значит, эффект настоящего глиняного горшка. Второе. Экономит электроэнергию до 30%. Главное, что сделано из высококачественной нержавеющей стали, которая не окисляется. И, внимание, клепанные ручки и специальная силиконовая ставка предотвращает вам ненужные прихватки.